Следующая секция — это выправление геометрии. Ну, вот такая вот неоднозначная тема, да, казалось бы, а что тут выправлять? А вот смотрите, что. Вот такая у меня фотография пришла в обработочной ручке. D800i камера, объектив 1635, 16 мм, открытая диафрагма пятерка, ISO 400, 1,160. Вот такой вот монах, сейчас давайте я дам 100% участок, да, вот он стоит э, с горшками возле э, бассейна, это э, один из монастырей в э, Бирме, Одна 160 означает, что четко монах будет резким, я попал куда нужно и э, размытий никакого нет. Небольшой винет по углам будет присутствовать, но э, между э, поднятием ИСО и поджатием диафрагмы я выбираю все-таки больше вариант с ISO, да, мне имеет смысл оставить 400, да, но не поджимать диафрагму. Вот, если же я буду поджимать хотя бы на стоп, мне придется делать ISO 800, это уже означает, что потом кадр будет грязным в обработке. Оставляю вот так. Итак, что у нас тут есть по гистограмме? Я вижу, что у меня некий переконтраст наблюдается и отсечки в теневом диапазоне. Ага, так, в цветах все хорошо, то есть мы ориентируемся при экспонировании на фоновый объект и человека. Вот здесь а можно запросто а, вот, отрезать эти вот участки внизу. В чем была идея? Идея в том, чтобы показать объект и его отражение вместе с этими горшками ровно, симметрично, идеально дополняющие друг дружку. Вот поэтому сейчас я буду обрабатывать кадр, ориентируясь именно на это, на то, что объект отражается и отражение доминирует. Я пойду в Basic и давайте я включу вот так. Сделаю изображение полноконтрастным. Без отсечек высветляю средний тон, понижаю хайлайт, чтобы вернуть фактуру в цвета. Вот наша отработка стандартная, и мы ее уже не раз с вами сегодня смотрели. А дальше я буду подрезать наш кадр в два прохода. Первый отрежу сначала самое ненужное, то, что однозначно будет мне мешать. Вот отрежу и буду акцентировать внимание именно на эту срединную часть. Я режу кадр 16 на 9, но он такой протяжный, и мне захотелось оставить вертикали больше в кадре, поэтому я его режу так, Подниму изображение кларити на 30 пунктов целиком по всему кадру. Так, хорошо. Далее. Серии градиентов. Я хочу притемнить верхнюю часть кадра левый фланг. И вместе с тем проявить нижнее основание. Вот серия градиентов. Начинаем с верхней части. Начнем вот с этого градиента, пожалуй. Да, минус средний тон минус кларити. Без него с ним акцент на человека. То есть мне нужно весь левый фланг притемнить. Так, почему минус clarity? Да потому что делая э, центральную часть такой резкой в среднем тоне, э, я не хочу лишний раз акцентировать внимание на этой резкости в фоновых элементах. Поэтому запросто можно там с пониженным clarity пройти. Еще минус средний тон э, плюс highlights, без него с ним, это стены в основном. Верхняя часть снова с пониженным clarity и левый фланг. Э, highlights в минус плюс shadows, Давайте я покажу без него, с ним, да, и еще один градиентик в верхней части, минус Clarity, он вот так. Угу. То есть у меня умеренно мягкие стены, э, которые по мягкости практически идентичны мягкости отражения в воде. Да, и еще, еще один градиент, вот без него, вот с ним, уравновешивает наш кадр э, по яркостям с передним планом. Э, в правой части он же, ну то есть серия градиентов балансирующая наш кадр. Далее, пойду в HSL подниму светлоту в оранжевом и э, насыщение в оранжевом это наш вот этот монах, вместе с тем понижу в желтом насыщение и светлоту. Вот наш желтый, смотрите, вот где он вылезает. Это окантовки этого бассейна, фоновые элементы стен, ну, точно паразитный тон, он мешает, он тут не нужен, поэтому смело прибираем его. Далее красный, это, давайте смотреть, что у нас красный. Это часть балок и тот же монах. Все-таки он больше в оранжевом живет, монах, поэтому я оставлю его именно в оранжевом, а красный <coughs> чуть пониже по светлоте. Далее. Я пойду в Vibrant Saturation, и здесь Понижу Vibrance, то есть ненасыщенные тона, которые вот так же, как и желтые в окантовке бассейна вылезают, ни к силу, ни к городу, я приглушу. Они это не будут нам мешать. После этого пойду в нашу тоновую кривую и обозначу более ярко света здесь и чуть-чуть теневые зоны. Без него с ним. То есть сейчас на умеренно мягких э, стенках виден достаточно резкий цветной монах. Так, отражение его такое же. Далее идем в шумодав и резкость, но ну, это мы уже знаем, даже можно не озвучивать, но все-таки давайте поговорим. Цветовой шум давим, то есть ISO 400 это все-таки не самый добрый вариант для этого аппарата, э, когда мы вытаскиваем кадр да, из э, недоэкспонированности, а было вот так, напомню, в яркостном оставлю детализацию и маскированием исключу все, что черное, то есть вот эти светлые фрагменты стен, теневые участки в бассейне, ну и ну вообще любое отражение, это все у нас исключается. Далее, моя задача выровнять балки. Вот в такой подаче, ну да, я вижу объект, вижу отражение, но хочется, чтобы геометрия была ровной. Uh, я иду в секцию transform и в два прогона это буду делать во-первых я пойду и буду использовать направляющие вот они здесь есть направляющие позволяют мне задавать горизонтали и вертикали и смещение любой из направляющей корректирует кадр в ту или иную сторону вот поэтому я вот так выправляя кадр могу uh, нужный мне, линии объявлять горизонталью или вертикалью. Всего четыре у меня направляющих возможно здесь, я как раз и буду все четыре использовать. Вот балки уже более-менее прямые. Далее, здесь же в секции Transform я буду править общую геометрию этого кадра, то есть не просто выравнивание по осям, а еще дополнительное выравнивание вот здесь по э, секциям. Пойду сюда и чуть отдалю изображение, то есть э, вертикал в плюс, вертикал, простите, так, вот, а, горизонтальный вариант, упс, извините, не то нажалось, да, горизонтальный вариант, вот пошел, а, аспект это сжатие по вертикали или по горизонтали, но я оставлю вот таким кадр, да, как он у меня был заготовлен, а, то есть у меня сейчас достаточно параллельные линии вертикальные и горизонтальные, из вот такого вот в такой. Вообще любые архитектурные съемки вот так можно выправлять через секцию трансформа, именно вручную. Дальше иду в lens correction. Здесь надо тоже этот момент э, отработать. И в э, manual режиме вручном исправляю подушкообразные искажения. То есть было вот так у меня. Смотрите, я поднимаю э, э, корректировку здесь, и у меня. Подушкообразность это вот уходит из кадра. Вот. Ну, тут стандартное винитирование, это уже можно не озвучивать, да, мы это помним. Ну и последний шаг, я хочу подрезать кадр так, чтобы у меня а, этот кроп в нижней части совпадал с обрезкой верхней части. Иду в кроп и режу эту фотографию. Вот что у меня получается. Вот этот кадр. Давайте я сделаю... Было, скопирую. Вот эта фотография. Было, стало. Uh, command и квадратная скобка позволяет изображение переворачивать, то есть, можно сделать вот так: я перевернул кадр на 180 градусов, и получается, что отражение монаха uh, ну, отражается в оригинале. Ну, то есть здесь настолько ровная стоячая вода, что uh, кадр uh, фактически дублирует себя. Но мы помним о том, что отражение не может быть ярче, чем оригинал, поэтому я умышленно оставляю нижнюю часть кадра чуть темнее. Все-таки хочется оставить ощущение того, что это отражение. Вот. Но если нужно этот момент прибрать, всегда помним о том, что можно подняться в градиенты и высветлить, например, передний план на треть. Если вам хочется, конечно, превратить отражение в идентичность оригинала, вот, пожалуйста, без него, с ним. Да? Ну, мы не будем это делать сейчас, да? ну, в качестве примера просто показываю, но напомню, что из вот такого искаженного кадра мы получаем вот такой можно более тонко настроить вот эти вот выравнивания в кадре но в целом вот такие уже мелкие нюансы имеет смысл править в фотошопе благо там более мощный инструмент для корректировки искажений геометрических вот но вот в такой подаче базовой Lightroom с ним прекрасно справляется вот как в пакетной обработке так и в штучной вот такой как мы сейчас с вами смотрим